Ну вот, начало прессования, я работаю на скорости около 15 км в час, 14 км в час. Еще камера пустая. Ну, волок, как видите, не очень большой, ну и не маленький, нормальный. Так и работает. Влево, вправо тоже, чтобы камера равномерно набивалась. Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Вот этот пресс-подборщик, который делают в городе Перми, это главная интрига этого лета. Многие нас спрашивают, как он себя зарекомендовал, как он работает. И вот в том числе и по просьбам наших подписчиков мы, конечно, занялись работой сегодня по прессованию этого поля именно с этим пресс-подборщиком. Пресс-подборщик делают в Перми, и это совсем недалеко от Ижевска. А Ижевск, как вы знаете, это родина, где родина автомата Калашникова, то есть самого простого, распространенного, надежного и качественного оружия, которое существует в настоящее время в мире, стрелкового. Значит, и, конечно, мне, вот как тому, кто работает на такой технике, как этот пресс-подборщик, хотелось бы, чтобы именно такими словами характеризовался этот пресс-подборщик, чтобы он работал надежно, уверенно во всех условиях, со всем материалом, который он подбирает, как автомат Калашникова. И вот, чтобы я из кабины трактора не выходил, наслаждался кондиционером и включал, выключал передачи, останавливался, открывал камеру, выпускал рулон и начинал процесс заново. Вот. И вот это и была задачей, проверить, так ли работает этот пресс-подборщик или не так. Я не скажу, что работает идеально там пресс-подборщик Кроны, который у нас есть, и с ним бывают какие-то затыки, но как бы все равно, конечно, то пресс-подборщик другого уровня, он имеет более длительный опыт проектирования, эксплуатации, устранения недостатков и так далее. Этот пресс-подборщик, можно сказать, работает фактически первый год. Тот прошлый год, можно сказать, не считается. Вот. И вот этот год очень серьезно показывает то, как воплощены в жизнь все инженерные идеи, которые российские конструкторы воплотили в этот пресс-подборщик. Сразу прошу, не задавайте дурных вопросов касательно букв английских FMT, название пресса под Паскаль. Вот это весь бред отнесите к одной мысли своей о том, что а почему Лада называется Лада? Английскими буквами тоже. Почему вот Ладу написали Лада, а все-таки это же не стало Мерседесом? Вот я вам как бы, лучше спрашивайте меня о технических особенностях и вопросах работы, связанных с этим пресс-подборщиком. Начнете спрашивать, а почему такой цвет, а почему у колес такой рисунок? Это бред вот этот, не несите, я вас очень прошу. Спрашивайте о сути, эта суть как раз и есть самое главное. Пресс-подборщик этот российский, спроектирован, сделан, вырезан до последнего элемента железного в России. Здесь, конечно, используется резина индийская и цепи китайские. Вот, и это нормальное явление в наше время при всемирном разделении труда на разные возможности. Например, вот такие маленькие колеса, я даже... Ну, есть одна фирма в Европе, но, например, их делают вообще-то во Вьетнаме. Вот, это фирма Кенда, и вот они их
делают. Но, понимаете, но это не значит, что этот пресс перестает быть российским при этом. Не может предприятие в Перми делать еще и резиновые колеса. Это отдельный вид бизнеса и отдельное знание, которое нужно для того, чтобы производить хорошо ту или иную деталь. Вот поэтому существует мировое разделение труда. Конечно, хотелось бы, чтобы локализация этого пресса была на 90% российская. Но она и так и есть 90% российская. Здесь все российское. Даже вот этот узел редукторный в этом подножке, вот в этой, это российское, никто не покупал. Хотя есть специалисты в мире, которые делают. Это, как правило, итальянцы делают хорошо вот эти подножки. Но здесь сделано это в России. Значит, и вот вы знаете, несмотря на все те затыки, которые были у нас во время испытаний, ну они на то и есть испытания, вот сейчас я вот это количество рулонов, которое вы видите здесь на поле, все сделал, и фактически у меня был затык только на первом рулоне, когда обмотка сетки пошла не в рулон, а начала наматываться, сетка начала наматываться на один из вальцов во второй партии вальцов. Есть две пары вальцов там, и вот просто начал наматываться на один валет. Из-за того, что видно, вальцы были после стоянки, ну или липкие, или ну резина такого состояния, а потом приработалось и все пошло. И вот сейчас я сделал все эти рулоны без одного затыка, то есть все хорошо, все быстро, и я скажу, некоторые вещи делаются даже быстрее, чем у Крона. Например, у Крона камера открывается в самый верх, очень высоко. И гидроцилиндры длинные, из-за этого скорость открытия их медленная. То есть я дольше открываю камеру. Здесь камера открывается очень быстро, рулон выпадает и все. Ну, это второе большое такое испытание после работы с соломой. То есть перед этим мы работали на соломе тоже, более 100 рулонов сделано и затыков не было. Вот сейчас видите, как работаю я на люцерне. Значит, у нас материал люцерна, конечно, с хорошими сорняками. Вот, кстати, чтобы вы понимали, что такое сенаж. Вот какое состояние люцерна на сенаж. Видите, листики подвяленные, но не осыпаются еще. И даже в таком состоянии, вот казалось бы, еще оно влажное, все равно, смотрите, на прессе вот куча вот такой вот порошка такого. То есть все равно что-то оббивается во время работы. Коротко, быстро скажу про конструктивные особенности этого пресса. Для тех, кто это видео смотрит без просмотра предыдущих видео, где инженер завода рассказывает о всех нюансах. Значит, у этого пресс-подборщика первое, стоит сам подборщик, сделан так, что здесь нет бегущей дорожки для вот этих вот труб, на которых расположены зубья. Вообще этих труб нет, здесь одна труба, и зубья расположены волнообразно. Видите, вот как, вот так, вот так, вот так, вот так идут вот зубья, и они не в одном ряду. Подбор идет хорошо, ни один зуб за время испытания не сломался. Естественно, надо смотреть за тем, чтобы расстояние было вот примерно как у меня сейчас. Видите, примерно ну, 3-4 сантиметра от земли, чтобы не загребалась земля. То есть это первая особенность. То есть нет бегущих дорожек, которые изнашиваются, как на прессах класс. Это взята конструкция из кроны. Дальше, широкий пресс-подборщик для того, чтобы подбирать более удобно массу. И имеются вот такие вот шнеки по бокам. Значит, затыки были в начале в том, что вот эти граблинки были длинные, вот доходили вот сюда. И из-за этого вот в этом месте шло забивание массы почему-то. Обрезали эти граблинки, стало все хорошо. Следующая конструктивная особенность, у нас ротор стоит. Ротор — это, естественно, не подаватели, которые вот так подают. Ротор крутится все время, подача идет быстро. Я вам скажу, я еще сниму видео, я работаю в начале прессования на скорости 15 км в час. Потом я перехожу на другую передачу, работаю медленнее. И потом уже в конце прессования приостанавливаюсь, и уже доделывается рулон, и я его выбрасываю. Вот, то есть ротор позволяет поглощать массу очень быстро. И нет никакого забивания, с какой бы скоростью я ни ехал по этому волку.
Так, дальше. Следующая особенность – это ножи. Вот у нас стоят ножи. Видите, вот вон они, ножи. Вот. Они стоят в прорезях, вот в этих роторных зубьях. Значит, ножевая камера, и эти ножи можно снимать, можно ставить. Хотите измельченную солому или сено, пожалуйста, ставьте ножи. Хотите сенаж более плотный, ставьте ножи. Можете убирать ножи и так далее. Значит, следующая особенность – это опускающееся днище с ножевой кассетой. То есть, если вы во время работы, ну так получилось, что у вас какой-то большой кусок, комок массы зашел в камеру и остановился ротор. Кстати, вот нам ребята во время испытаний прислали новый кардан уже с муфтой трещоткой, рассчитанной на определенное усилие. То есть, если у вас какая-то идет перегрузка на самом прессе, то вот эта муфта срабатывает, она рассчитана, и она трещит. Вы слышите, что у вас идет треск, вы останавливаете и спокойно можете опустить вот эту камеру, днище подборщика, запустить опять вал отбора мощности, и все будет пробито и продвинуто в прессовальную камеру. Вот эти гидроцилиндры у нас стоят, и вот ножевая кассета, которая опускается. Вот это все опускается вниз, видите, вот здесь по вот этому пазу, и мы можем без проблем устранять забивание. Значит, дальше все цепи имеют натяжение при помощи вот таких вот, сейчас покажу вам, вот таких вот пружин. Вот, в одном месте мы меняли натяжители, уже поставили более толстый, более большой диаметр натягиваю, ну, самого болта вот этого, и это правильно, как говорится. Ребята еще прислали нам, сейчас я открою, это лучше будет видно. Прислали нам еще механизм натяжения вот этого ремня, который работает с системой обвязки сеткой. Тоже, ну, наверняка во время испытаний было недостатки, что вот если здесь идет проскальзывание, то потом может быть затыки с обмоткой. Вот поэтому сделали систему натяжения через пружину, вот так. То есть все уже продумывают ребята. Значит, вот эти натяжители, вот этот натяжитель мы меняли, делали уже на более толстой шпильке. И вот эти, скорее всего, тоже надо будет поменять, сделать уже более, потому что узлы ответственные, а и цепи солидные, а вот эти шпильки тоненькие. Так, значит, обмотка, так, про камеру теперь скажу. Камера здесь вальцово-планчатая, то есть вот каждый фактически вот этот вот, каждая звездочка — это шестеренка, это звездочка, на валу которой стоит валец, то есть внутри вот эта камера вся вальцовая, вот это все вальцы, вот вальцы, 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 и вот здесь стоит планчатый транспортер. Это не из-за того, что это архаизм, который якобы вот ребята не понимают, поставили. Нет, это специально сделано для того, чтобы этот пресс мог работать по пересушенной соломе, из-за которой вальцевые, полностью вальцевые пресса могут ее не вращать. Буквально на этой, в этом году мне звонил несколько раз наш подписчик, у которого пресс-подборщик Металлфах, полностью вальцевый, который не вращает, у него пересушенный козлятник. У него был пересушенный козлятник, который пресс этот не вращал. Вот. Он наваривал на вальцы арматурины, чего он только не делал, но вот добивался он возможности работать очень тяжело. Этот пресс таких проблем не имеет, он будет всегда вращать рулон внутри, потому что есть планчатый транспортер, который вроде бы является архаизмом, но на самом деле в этом есть смысл. Так, что еще? Значит, ну, вот это механизм натяжения заднего планчатого транспортера, понятно. Каждая цепь имеет свою натяжку. Следующее такое нововведение, и очень полезное нововведение, это система смазки подшипников. Как видите, каждому подшипнику подходит
трубочка, по которой идет литол, литиевая смазка в каждый подшипник, который есть на этом пресс-подборщике. Видите, даже вот в этот подшипник. То есть все ключевые подшипники, которые на вальцах стоят, все смазываются. И смазываются централизованно. То есть выведено вот сюда на площадку тавотницы, которую вы смазываете, указанное в регламенте количество прокачек, и все, и у вас все подшипники смазаны. Естественно, при этом не нужно их менять каждый год. Один подписчик написал, что у него пресс Кроны 125, и вот он его каждый год меняет подшипники, и он у него работает как часы. Ну, я считаю это неправильно, потому что это очень трудоемкое дело — менять подшипники каждый год. Вот. Ну, может быть, на вот этом транспортере и надо менять, а может быть, и не надо. Вопрос очень спорный насчет смазки цепей. Уже много подписчиков мне писали, что немцы рекомендуют вообще не смазывать цепи. Но почему-то на пресс-подборщиках Кроны стоят специальная система смазки. Она льет масло на эти цепи. Хотя все равно на Кроны нашем они постоянно вытягиваются, изнашиваются и требуют замены. Вот. Поэтому не знаю я, что лучше, их смазывать или не смазывать. Это вопрос, наверное, вечного спора. А вообще, по-хорошему, взять бы два пресс-подборщика, на одном смазывать весь сезон, а на втором не смазывать и посмотреть, что будет с цепями. Вот это было бы, наверное, самый лучший ответ на все вопросы. Так, система обвязки сеткой. Вот как я вам сказал, после одного затыка работает идеально и обматывает, видите, как хорошо. То есть здесь сделано преднатяг сетки так, чтобы верхний слой сеткой буквально прижимался. Ну, естественно, исходя из возможностей самой сетки. Подойдем к рулону и проверим, как он выглядит. Видите, он плотный, крепкий, как бы, ну, тяжелый, естественно. И я не скажу, что он хуже чем-то по сравнению с рулонами от пресса Кроны нашего комприма. Есть один недостаток, который я не знаю, как завод знает про него, но не знаю, как они его будут устранять. Это вот эта вот беда, видите? После каждого рулона образуется вот такая кучка массы, когда вот я рулон выбросил, видите, вот он выкатился, и вот здесь вот у нас одновременно выбросилась вот такая вот кучка. Что это? Это та масса, которая должна быть в рулоне. Это вот, видите, порошок, который ценный для коров. И это вот, ну, частично вот идет эта же масса. Ну, я, конечно, еще прессом пробегусь, пособираю потом. Ну, хотелось бы, чтобы этого вообще не было, чтобы не нужно было возвращаться и собирать вот эти остатки. Вот это плохо. Есть еще один минус такой, который, в принципе, устранимый. Это широкоугольный кардан. Если... Ну, здесь не широкоугольный, здесь простой, то есть он не позволяет круто поворачивать. На Кроны у нас стоит широкоугольный, но это всего лишь вопрос цены. То есть можно поставить дорогой широкоугольный кардан, и все будет хорошо. Ну, вот у нас стоит здесь сейчас простой. Ну, если уж сильно приспичит, всегда можно купить дорогой. То есть это просто увеличит цену пресса. Про цену пресса меня не спрашивайте, это не мой вопрос, я его испытываю. Спрашивайте у завода-изготовителя, вот я вам показываю его координаты. Называется Ferrator Mechanics, сделано в России, город Пермь, улица Советская, 47Б. Ищите эту фирму в интернете и найдете. И спросите, сколько стоит этот пресс-подборщик. Мы получили его для испытаний, поэтому я вам его и про него и рассказываю. Как про техническую вещь, а не как маркетинговую. Значит, система регулировки плотности прессования. Это тоже очень важный момент. И она здесь непростая. То есть система какая? Во время работы рулон набивается и... камера начинает немножко отходить в сторону. Вот здесь стоит крючок, который вот с этим роликом, вот здесь ролик, оттягивает камеру в сторону. Этот крючок связан с вот этим механизмом, вот механизм, который определяет, здесь еще даже амортизатор стоит, который определяет, насколько плотным должен быть рулон, то есть насколько свободно этот крючок ходит. Если он будет сильно натянут, вот здесь вот этот
рымбол, то тогда крючок будет тяжело отходить, и, значит, рулон будет более плотный. Ну и вот этот вопрос здесь, регулировка, завод еще над этим плотно работает, чтобы сделать эту регулировку и проще, и удобнее. Потому что, например, для работы по соломе мы полностью отпускали этот рымболт, и он работал, ну, делал плотные рулоны соломы, но солома имеет свойство пружинить, понимаете? А вот здесь, как бы, на сенаже это не нужно. Поэтому, как бы, здесь вот натянуто и указан четко размер, 80 мм должен быть вот здесь для работы по сенажу. Ну, не так сказать, мне это не сложно натянуть, как бы. Ну, вот да, недостаток был еще вот эти тонкие планки были. Вот я ее усилил буквально арматуриной. Вот здесь усилил. Вот, ну, было, изгибалась вот эта планка. Ну, короче, ну, мы же испытываем. Вот поэтому, как бы, нет сейчас такого, ну, идеала здесь нет, как бы. Но, тем не менее, мы работаем и работаем в радость. Как я вам говорю, я из трактора не вылазил все это время. Так, теперь вопрос с сеткой, обмотки сеткой. Ну, механизм такой вот, ремни здесь, шестеренки, но он работает, все. Само замена, вот сейчас у меня как раз, я остановился, снимаю видео, замена сетки довольно быстрая, несложная, вот, поэтому, как бы, все можно делать самому, в принципе, одному человеку. Вот здесь открывается, продевается, вставляется, и вот сам рисунок там есть, как продевать сетку. Тоже ничего сложного нет, то есть это все можно делать. Ну, готовность рулона показана стрелкой, доходит до зеленой зоны, это значит, рулон уже готов. Вы получаете в это время сигнал звуковой и световой, в кабине такой зуммер стоит, и вы останавливаетесь в это время, когда начался сигнал, и начинается обмотка. Пресс сделан по принципу максимальной простоты, то есть здесь нет сложных электронных элементов, вот именно просто есть кнопка, которая включает зуммер, и все. Вот больше здесь электроники нет. Даже нет электроклапанов гидравлических. Вот кран вместо клапанов. Этот кран открывает подачу масла для работы, для поднятия подборщика. Колесики поворачиваются, то есть на поворотах резина здесь не рвется. Хотя резину мы здесь уже меняли. Та, что была с завода, была, ну, просто вообще никуда не годная. Это было одно- или двухслойное. Здесь мы поставили четырехслойные сейчас колеса. Они работают хорошо. Я знаю, что завод сейчас ставит вообще полностью из каучука резиновые колеса. Ну, в смысле, полностью резиновые. Я не знаю, не каучук, может, полиуретан какой-то там. Вот. Ну, вот так вот. То есть идея пресса — сделать его простым, надежным и работающим, как автомат Калашникова. Ну вот пока он так у меня работает, я не знаю. Стоит вопрос, и многие задают вопрос, оставим мы этот пресс себе или не оставим. Это вопрос, мы ответим на него в конце испытаний, наверняка, и мы семейно решим этот вопрос для себя, и будем, как бы, уже вас об этом тоже информировать, чтобы вы понимали наши отношения. Но я вам скажу честно, что ребята на заводе, ну, вообще рисковые, конечно, дали на испытание пресс нам, как людям, у которых более 70 тысяч подписчиков, которые имеют в пользовании пресс-подборщик Кроны, один из лучших в мире, да, и вот чтобы мы объективно говорили про этот пресс-подборщик, что и как он работает. Ну, вот я стараюсь быть объективным, и я говорю правду вам, как что есть. Но если, говорю, у меня ломался вот здесь натяжитель, то я вам про это говорю. Если здесь один раз у нас порвалась вот эта цепь, то я вам про это говорю. Ну, кстати, она порвалась почему? Потому что я поехал работать по соломе, не изменив настройку плотности прессования. То есть это вина больше моя, чем самого пресса или его конструкторов. Вот. То есть это надо знать. Я просто на это посмотрел точно как на Кроны. Я сел и поехал. А на самом деле нужно было изменить. Вот поэтому во время работы сильно плотный рулон пружинящей соломы, конечно, вызвал то, что он не мог провернуться в камере, и отрывка вома лопнула цепь.
Вот это было. Ну, колесики я говорил, ну, вот эти я сказал, подрезали, вот. Ну, а больше так, таких как бы затыков-то и не было. Вот, да, кстати, то, что я говорил вам, что мощность нужна, мощного трактора, вот сейчас работаем с меньшей звездочкой, которую поставил нам завод, изменили. Здесь просто поставили меньшую звездочку. Сейчас, конечно, на тракторе работать примерно очень похоже, примерно как на кроны. То есть нагрузку он дает небольшую, этот пресс для этого трактора. Но поработать с 82-м трактором я не могу, потому что, видите, верхняя настройка дышла на верхнюю прицепление, поэтому я не могу перецепить на 82-й трактор, у которого другая навеска. Вот, ну, просто не могу. Это мне очень много менять нужно, и я боюсь, что я потом случайно могу дернуть рычаг и погнуть вом. Вот поэтому я на 82-й трактор не могу поставить этот пресс. Но можно сделать переходник для такого верхнего прицепления, тоже можно все это сделать на 82-й трактор, и все будет хорошо. Я думаю, по сену, по соломе без проблем этот пресс будет работать с трактором до 100 лошадиных сил. Ну вот, пожалуй, все. Я очень много сказал. Надеюсь, я старался сказать быстро и осветить все вопросы, связанные с этим прессом и с работой уже по синажу люцерны. Вот то, что мы сейчас делаем. Мы пользуемся очень короткими сейчас сухими днями. У нас и поля есть, пшеницу надо молотить, и одновременно и сенаж вот этот тоже, люцерна пропадает, нужно тоже сделать. И вот этими делами мы сейчас заняты. Всего всем доброго. Успеть вам во всех делах. Смотрите наш канал. Подписывайтесь на нас на Телеграме и на Ютубе. Смотрите, извлекайте для себя пользу. Только для этого мы и существуем в медийном пространстве. Всего хорошего вам. До свидания.